привет, ребят, аноним. И для начала нужно понять, чего ребенок боится. Вот вы пишете, что перестал к вам идти, плачет при виде вас и так далее. А нужно понять, что ребенку вас напугало, что оттолкнуло. Поскольку вам сам он не скажет, безусловно, что его напрягает, то вам необходимо попросить другого человека, какого-нибудь воспитателя, может быть, другого, или, возможно, даже родителей этого ребенка, если у вас есть с ними контакт, расспросить у малыша про вас. Как он вас видит? Что ему в нем не нравится? Что ему в вас не нравится? Что его вас отталкивает? И вот тогда, когда вы узнаете, в чем именно проблема, вы сможете это поменять и потихонечку, последовательно, осторожно разубедить ребенка в том, что он о вас думает. Скорее всего, речь идет о некоем образе, который малыш сам себе нарисовал в отношении вас в определенной ситуации. Теперь он этого образа боится. Нужно понять, какой это образ, для того, чтобы разрушить его. И обязательно, если вы все-таки решите попросить кого-то поговорить, обязательно попросите ребенка рассказать, что именно он думает, что именно он чувствует, чтобы малыш не держал это в себе, чтобы у него не развивался комплекс, чтобы переживания выразились. И тогда ситуация пойдет на спад. Тогда постепенно он успокоится и будет воспринимать вас как раньше. Но и вам нужно постараться поломать то видение вас у него, которое имеется. На этом все, надеюсь, помог вам. Пока желаю вам всего доброго и удачи. Если вам нужны вопросы, обращайтесь в личку.